Наші героїчні хлопці, славутичани, все ще потребують допомоги на фронті. У п'ятницю ще один автомобіль вирушив на фронт. Після ремонту, фарбування, посилення деяких вузлів і, звичайно, освячення у Свято-Лінському храмі. Благословляється, освящається колісниця всіх крупнів Одесі священний во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дивіться, як краса відкривається, як ангел крилами. Благословляється, освящається колісниця всіх крупнів Одесі священний во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І поки отець Іоанн проводив необхідну процедуру, ми поспілкувалися з військовослужбовцем Василем. Саме в його частину і поїде цей автомобіль. Згадали про першу машину, на якій славутичани виїжджали на фронт. Я лично попросив у папи машину, шестерку, яка еле-еле держалась. Ми виїжджали корчами. Це саме плюс шестерка, ще два чи три рази возвращалась сюди, ребят забирала. Которые шли пешком по болотам, по лесам и вывозила отсюда быка, ну, много чего. Вот, поэтому стал вопрос о транспорте, когда мы уже в районе Вышгорода находились. И тогда мы начали сбор, и буквально в течение двух суток мы собрали на фронтеру, занимался этим мой брат Артем, много его друзей помогало, плюс даже американцы помогали в сборе денег, ну и много кто. Где-то месяц назад ребята выполняли боевое задание, ехали по передку и наехали на мину. Двое легких с легкими ранениями, один с тяжелыми ранениями, там, конечно, да. Но, слава богу, они остались живы, в том числе благодаря, что машина, ну, достаточно толково сделана из хорошего металла, потому что, вот я посмотрел по Черниговской области, если «Жигуль» наезжает на противотанковую мину, там никто не выживает. А здесь, кстати, тот же самый «Opel» на производитель. Вообще, я доволен. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей молимся, услышу и помилуй, Господи, помилуй, Господи. Волонтера Игоря Попковича – це вже не перша машина для фронту. В частности, по этой машине сбор был осуществлялся следующим образом. Ребята непосредственно дали третью часть суммы по этой автомобиле, одну часть, третью часть дает фонд Реберн и третью часть дает фонд развития. Это что касается непосредственно этой машины. То ребята своими деньгами непосредственно поучаствовали в покупке этого автомобиля. И мы в рамках вот этой совместной коллаборации вот очередную машину передаем. Потому что тенденция следующая, как бы очень много сборов. На первом этапе первую там какую-то треть суммы можно достаточно, ну, с определенными усилиями это можно собрать, а как правило еще две трети это занимает достаточно длительное время, да, это время. И тут в рамках коллаборации одного фонда с другим фондом, плюс еще как в нашем случае еще айтишников подключаем, которые нам помогают, как бы там остаток суммы добивать, там, ну и так далее, там подобное. Таким планом работы. Ну, если говорить по этой машине, то тенденция следующая. На сегодняшний день две трети собрано, одна треть еще не дособрана, но мы уже машину передаем, и в перспективе, что мы как бы эту машину как бы закроем. И какая судьба попередней машины? Она працюет, чи уже... Да, вот сегодня ребята контент отправили, Авдеевичи, да, могу продемонстрировать. Ребята работают, да, вопросов никаких нет, постоянно на контроле. Слава богу, вопросов никаких по машине не возникало. Да. Если какие-то вопросы возникают, то машину, которую мы передаем, ребята в коммуникации, непосредственно уже со СТО, если какие-то там запчасти. Если что, они могут позвонить и высказать в любой, все. В любой момент, да. Ну, как правило, пока только хорошие, но, в принципе, и плохие тоже вести ходово слушать. Почему? Потому что понимаем, что это расходный материал. Ну, да. Сильно по этому поводу... Оно может быть и день, а может месяц, а может рік. Да, то благодаря тому, что вот как есть какие это надежда на то, что после освещения машины у нее длительный путь, жизненный путь будет трохи більше. Так. Є у вартості відновленої та відремонтованої для фронту машини і частина одноденного заробітку славутичан, перечисленого через фонд через славутичий розвиток. Це одна третя від вартості машини 70 тисяч. Це славутичан. Так, це якраз ті гроші, які славутичани збирають по акції. Окрім ще автомобіля, також фонд передає хлопцям автомобільні обігрівачі, три штуки. Для того вони працюють на дизелі, тобто, і, скажімо так, один літр може там обігрівати майже цілу добу.
Це економний електромобіль. Так. Так, економно якраз те, що треба для на передовій. Освячення закінчено. Многоє літа, літа, многоє літа. Многоє літа, літа, многоє літа. Давайте вас потрохи, як вас люблять. Я там вас люблю. Дай Боже всім радості. В машину загрузили смаколики від парафіян Святого Ілінського храму. І сподіваємось, що у цього автомобіля буде щаслива доля, і він послужить і на фронті, і після перемоги повернеться в Славутич.